Коля, привет, привет. Что у тебя сегодня, зайка? Это. Книжечка? Да. Называется «Хищники», да, Котя? Вот. И кто у нас первый хищник? Паук. Скажи, паук. Паук. Да, вот такой вот большой. Давай немножко расправим его. Паучок. Это. Сидит, да, на своей паутинке. Паутинка. У него большие лапки. Угу. Это многоножка какая-то ползет. Нога. Да. И бобы, и там так еще жучок какой-то сидит, ага. Ноток. Угу. Вот. Котя, а какие еще пауки там есть какие-то в книжечке в этой? Да, вот пауки. Да. Есть большой еще паук и маленький, да? Нету, маленький. Вот, смотри. Вот. Вот. И паук черная вдова. Большой паук. Да, и большой паук, да. Птицеед называется, да? Птицеед. Угу. Это. Угу. Пакуа. Да, и какой-то маленький паучочек. Маленький паук. Ладно. Ящик. Угу. Кто у нас следующий в списке хищников? Нет, зайка, ты много перелистал. Возвращайся назад. После паука кто у нас идет? Большой орел. Белоголовый орел. Он летит над морем. Котенька, покажи. Что у него в лапках? Лапках. Кого он ловит? Это его. Рыбку он ловит, да. А потом эту рыбку он относит в свое гнездо. Да? Где у него гнездышко, ты открывал? И там в гнезде несколько птенцов обычно. Вот. Да? Это мама, да, с птенчиками сидит. А папа приносит им еду, правильно? Да, вот такие вот орлы. Да, вот такой гнездышко, там откладывают они несколько яичек всего лишь, из которых вылупляются потом орлятки. Такие. А крылья большие у орла? Да. Как бегать крылышками? Вот так. Вот так. Класс. Давай. А дальше кто у нас? О. Вау, следующий хищник в нашей книге. Это крокодил. Котя, да, давай посмотрим, что у него, какие у него большие зубы. А во рту у него сидит птичка, да? Да. Эта птичка помогает следить ему за зубками, она их чистит. Да. Вот, вот такой вот симбиоз. А давай посмотрим, какие лапки, покажи лапки, какие у него. Бег. Большие, да. А хвост? Большой. Да. А еще на спинке что у него, да, вот такие? Большой. Угу. Шершавые выпуклости, ох, какой крокодил. Еще покажешь нам что-нибудь здесь на этой страничке? Вау! Это разница, да, между крокодилом и аллигатором. Строение рта. Вот. И зубов. Да, если вот так делать, они как рот открывают, да, Котя? Ам! 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 Сейчас кого-нибудь съедим, дайте нам что-нибудь покушать. Эту. Ам! Большой! Ам! 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 Ой, выглядит жутко. Ой, ну же, да, у крокодила уже что-то во рту. Ладно. Что дальше? Следующий у нас в списке хищников. Это тигр. Давай мы его поднимем. Давай мы его поднимем, Коть. Нет. Нос. Так, подняли мы тигра. Вот он, получается, в джунглях, да, живет? Ух ты, какой рот у него, какие зубы! Очень опасный хищник. Какие глаза. Лапы у него, да. Большие, с когтями, да. Короче, опасный хищник. Вот. А что-то еще покажешь нам? Что тут еще есть? Гири. Ага, различные. Тоже большие кошки. А ну, хорошо высовывай. Хорошо высовывай. Кто тут у нас? Ягуар. Ой. Здесь у нас гепард. Имеет вот такой окрас. Да, и вот такое строение мордочки. Леопард. И тигр. А лапку покажешь нам, когтистую, Котя? Где когтистая лапка тут находится? Вот когтистая лапка. Вот такое строение имеет лапа тигра. Туда. Когда он ее ставит, когти вылазят у него. Вот.
Да. Туда. Угу. Молодец. Класс. Угу. Что дальше, зайчик? Нет. Подожди, нам надо тигра немножко собрать, чтобы он закрылся. Вот так. Кто у нас тут? Так, тут у нас последняя страничка, да, зайка? Про белых медведей. Белые мишки, где у нас там? Вот. Вот они. Дико. Да, в проруби ныряют, да? В прорубь ныряют и плавают, да, зайка? Дико. Угу. А здесь это медведица, которая делает себе берлогу, и там у нее появляется несколько медвежат. Да, Котя? Да, Котя. Таких маленьких. Маленьких медвежат. Да. Вот. Тут. Вот такая вот у них там вазы, пещеры. Мама, там они живут. А тут еще что ты открываешь? Нет. Ага, а тут показано, где живут мишки эти. Вот, живут они на Северном полюсе. Вот он, видишь, Северный полюс? Все, что беленькое, вот эта макушечка. Макушка. Да, как он крутится. Земля наша, как крутится. А ну, крутани. Вот так. Вот, ели. И песенка на ум приходит. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо летят столетия, спят подо льдом моря, трутся спиной медведи, крутится земля. Пам-парарам-пам-пам, крутится быстрее земля. Классная книга, Коль? Да. Вот такая вот книжка супер-пупер. Коля, скажи, класс.